Да. Я вже сказала, ми прибудники РПО РМТР оставим нашого генерального директора. Ми не хочемо, щоб ви обрали з должності. Сигнал, первый сигнал был, его попросили уволиться по собственному желанию. Мы отстояли. Были правления, разговаривали с правлением, оставили письма в правительстве, в ГКНБ оставили письма с заброшенным. Категорически против вашего правления, решения. Хотите стрелять, хотите забор ломать. Что хотите делать? Они уезжают, как только вы... Так, не передай решение, единственное... Ой, не будем слушать, пойдемте. Не слушайте, и все, не слушайте. Что там стоите? Давай, я дальше.